Всем привет! Вы на канале Дешевый Китай. Сегодня вас ждет очередная подборка с интересными и полезными товарами для вашего автомобиля, которые могут вам пригодиться. Все ссылки на товары из видео будут в описании, а в конце ролика не забудьте поучаствовать в конкурсе с денежным призом. Мы стали проводить так много своего времени в автомобиле, что без зарядного устройства в салоне авто становится просто неудобно. Это зарядное устройство в прикуриватель отличается от других тем, что оно не просто позволяет подключить кабель в разъем, но и само имеет кабель, который вставляется в телефон. Поэтому вам больше не понадобится отдельный провод, чтобы заряжать гаджет. Зарядное имеет световой индикатор и дополнительный разъем USB. На выбор есть microUSB, Lightning и Type-C, так что выбирайте нужный вам разъем. Более 8000 продаж. Неплохая воздушная пушка, которой можно смахнуть снег или пыль с кузова автомобиля. Пушка имеет собственный аккумулятор, который можно заряжать от сети. Вес данного устройства составляет 1,8 кг. В комплекте поставляется ветродуйка, зарядное устройство, коробка и аккумулятор. Продавец предлагает на выбор в одном комплекте один или два аккумулятора обычной и повышенной мощности, более 100 продаж. Разговаривать за рулем по телефону, используя руки, преступление в прямом смысле этого слова. Чтобы обезопасить свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения, используйте Bluetooth-гарнитуру от Xiaomi. Гарнитура имеет версию Bluetooth 4.1 и обеспечивает оптимальную скорость передачи данных. Один заряд позволяет разговаривать без прерыва на протяжении 3 часов. Качественный динамик и микрофон обеспечивает хорошее звучание вас и вашего собеседника. Гарнитура представлена в черном и белом цвете, более 1500 продаж. Как же бывает иногда проблематично вычислить неприятный звук в подкапотном пространстве автомобиля. Шуметь может все что угодно, от ненастроенных клапанов двигателя, так и подшипник генератора. Чтобы раньше времени не пить валерьянку от мысли о приближающемся капремонте движка, лучше использовать стетоскоп. Устройство поможет точно вычислить, что случилось в вашем авто. Приспособление имеет длину 34 см. Стетоскоп изготовлен из металла и пластика. Более 300 продаж. Пистолет для мойки высокого давления с резервуаром под шампунь. Пистолет с насадкой создает обильную пену, чтобы тщательно вымыть автомобиль. Объем бачка составляет 100 мл, чего достаточно для мойки загрязненного автомобиля средних габаритов. Пистолет изготовлен из пластика. Устройство будет работать и от обычного поливочного шланга, но с меньшей эффективностью. Более 200 продаж. Когда штатные фары с отражателем светят недостаточно хорошо, есть смысл задуматься о небольшом апгрейде головного света. Линза обеспечивает четкую светотеневую границу и максимально концентрирует световой пучок, освещая дорогу перед автомобилем. Размер линзы составляет 3 дюйма, подходит к установке в любую фару, более 150 продаж. Поворотный держатель для телефона, который устанавливается на торпеду с помощью липкой основы. Позволяет закрепить смартфон любого размера в вертикальном или горизонтальном положении. Держатель вращается на 360 градусов, для того чтобы вы нашли удобное положение для себя. Кроме телефона, в держателе хорошо размещаются очки и другие предметы, которые могут понадобиться вам в дороге. Более 3000 продаж. Маленький спойлер на крышку багажника поможет превратить ваш автомобиль в гоночный болид из кинофильма «Форсаж». Пусть окружающие смеются, но они ведь еще не знают, что такой тюнинг прибавляет 50 лошадиных сил к мощности движка. Спойлер имеет длину 17 см и ширину 3,5 см. Закрепляется к поверхности с помощью двухстороннего скотча. Более 150 продаж. Набор для восстановления резьбы в двигателе. Крайне неприятная ситуация, когда повреждается резьба в свечных колодцах, и закрутить или выкрутить свечу не представляется возможным. Это случается часто из-за применения сверхусилий к данному узлу, ведь материал ГБЦ очень мягкий, так как он выполнен из алюминия. Чтобы исправить ситуацию, есть специальные наборы для восстановления резьбы. В этом магазине вы найдете набор для нарезки резьбы в различных двигателях. Отдельные светодиоды SMD для ремонта светодиодных панелей. Оптика автомобиля время от времени выходит из строя. Например, огни в задних фонарях авто могут перегорать не полностью, а небольшими секциями. В таком случае выгоднее заменить перегоревшие светодиоды, чем менять целиком фонарь. Этот SMD светодиод имеет мощность в 1 Вт и испускает два цвета – красный и желтый.
подойдет для оптики, где поворотник совмещен с габаритным огнем. При передвижении по мелкому гравию в протектор шины неизбежно попадают мелкие камни. Некоторые из них вылетают при езде самостоятельно, а другие застревают плотно и извлечь их можно только инструментом. Застрявший камень издает неприятный цокающий звук, а также может повредить шину. Инструмент представляет собой длинную отвертку, на конце которой располагаются специальные зубья для чистки протектора. Длина инструмента составляет 32 см. Рукоятка из пластика с резиновыми вставками. Дистанционный включатель-выключатель. Можно поставить куда угодно, например, на цепь бензонасоса, датчик коленвала и так далее. Выключатель контролируется с брелка дистанционного управления. Дальность сигнала до 100 метров на открытой местности. Устройство работает от 12 вольт. Продавец предлагает выбрать комплект поставки самостоятельно. Вы можете заказать выключатель с одним или двумя брелками, либо выключатель без брелков. Более 100 продаж. Сепаратор дизельного топлива. Представляет собой фильтр грубой очистки с отстойником. Применяется в дизельных двигателях. Сепаратор позволяет отделить воду из топлива, чтобы обеспечить уверенный запуск двигателя и обезопасить топливную систему. Сепаратор имеет отстойник, который необходимо опустошать по мере заполнения. Корпус фильтра выполнен из литого алюминия, что предотвращает возможную коррозию. Длина фильтра 17 см, высота 10 см, а ширина 9 см. Тонировка в виде сетчатой пленки, которая клеится с помощью собственного клеевого слоя. По заявлению продавца, такая тонировка не поддается измерению прибором на светопропускаемость, то есть с такой пленкой можно ездить и не бояться получить штраф. Единственный недостаток такой пленки – это сама сетчатая структура, которая немного ухудшает обзорность. По большей мере такую пленку применяют для фар автомобиля, чтобы придать более спортивный вид. В рулоне отрезок пленки длиной 106 см и шириной 60 см. Тонировка съемная, то есть ее можно клеить и снимать множество раз подряд. Отправляясь в дальнюю дорогу, непременно захочется перекусить в пути. Сделать этот процесс удобнее поможет небольшой столик, который закрепляется на рулевом колесе. Стол имеет подстаканник и бортик по краям, чтобы ваша еда не упала. Размер стола 42,5 на 28,5 см. Выполнен из черного прочного БС пластика. Помимо приема пищи на стол можно поставить ноутбук или же заполнять документы. Прочные перчатки из оленей кожи. Можно использовать как для работы в гараже, так и для вождения автомобиля или же мотоцикла. Перчатки жаростойкие, ими можно браться за горячие предметы, например, горячий двигатель или радиатор. Есть несколько размеров перчаток, чтобы подобрать оптимальный под вашу руку. Крепятся на липучке. Более 350 продаж. Мощный съемник для снятия тормозных дисков, барабанов, ступиц, шрусов и прочего. Выходная мощность усилия данного съемника составляет 5 тонн, поэтому он подойдет не только для легковых автомобилей, но и для внедорожников и небольших грузовиков. Вес съемника 7,5 кг, максимальный ход 50 мм, размер 44 на 38 на 32 см. Аккуратно складывается в кейс, в котором и продается. Если вы любите ездить на велосипеде и хотели бы его взять с собой в автомобильное путешествие, а в багажнике вашей машины он не помещается, то не расстраивайтесь. Вы можете закрепить свой велосипед на крыше автомобиля. Багажник устанавливается в заводские пазы на крыше. Длина изделия составляет 150 см. Багажник изготовлен из металла и пластика. Крепление способно выдерживать вес до 45 кг, поэтому выдержит любой велосипед. Рекомендованная скорость движения с этим багажником 80 км в час. В процессе каждодневного использования автомобиля салон подвержен значительному износу. Каждый раз, когда вы садитесь на сиденье, а потом встаете с него, обшивка кресла затирается и загрязняется. Чтобы сохранить салон в заводском состоянии, рекомендуется использовать чехлы. Их легко стирать в случае необходимости, и они придадут салону интересный вид. Эти матерчатые чехлы прочные на износ, легко стираются в стиральной машине. Чехлы имеют разный дизайн, поэтому сможете подобрать для себя что-то интересное. Комплект состоит из 9 элементов, включая подголовники. Часы с подсветкой и датчиком температуры. Полезный девайс на приборную панель. Крепятся с помощью двухстороннего скотча. Экран имеет синюю подсветку, которая срабатывает при нажатии на кнопку. Девайс питается автономно от собственных батареек.
поэтому прокладывать проводку не придется. Есть 12 и 24-часовой режим. Дисплей можно наклонить под необходимым углом. Более 400 продаж. На этом все, а теперь конкурс. По традиции разыграем 200 рублей на счет мобильного или же WebMoney кошелька. Условия: поставить лайк, быть подписанным на канал и написать любой адекватный комментарий под видео. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором YouTube канале. Все ссылки есть в описании.